5 марта 2022 год, Харьков. Еще один стратегический военный объект. Мудозвоны уничтожили. Тварюки. Освободители хреновы. А на каком этаже? Только что прилетел, ну я знаю, минут 15 назад. Это Героев труда, это Северная... То я Героев труда говорю. Это МЖК, ЖК, Меридиан. Многострадальный, по которому прилетало уже. А я пошел заряжать телефоны у соседей. Пошел забирать их обратно, а тут вот такой вот. Как это? Какой кошмар. Что вы по спальному району хренячите, мудаки, а? Тут, блин, я не знаю. Ни военных училищ, ни баз каких-то нефтяных. Ничего вообще нету. Одни жители. Вообще не понимаю, что здесь можно бомбить? Что здесь обстреливаете? Учителя русского языка. Объясните харьковчанам, чему вы пытаетесь научить? Боже ты мой. March 4, 2022, Харьков. Восьмой день или девятый день войны.